Сегодня прекрасный день, 1 сентября, День знаний. Я вижу, что вы очень хорошо отдохнули и готовы в бой. Вступая в ряды обучающихся Московского среднего специального училища Олимпийского резерва номер 1, торжественно клянусь быть достойным воспитанником нашего училища, честно трудиться, добросовестно относиться к своим обязанностям. Словом, ни делом, ни помыслом не уронить чести училища и высоко нести гордое звание российского спортсмена. Клянусь, клянусь, клянусь! Первого сентября – это такое праздничное настроение происходит с нами. Мы встречаемся со своими одноклассниками, встречаемся со своими учителями, дарим им цветы, подарки. Они радуются, что нас видят. В моих планах, естественно, закончить, короче, учебу на красный диплом. А в плане спорта – выполнить мастера спорта и на всех соревнованиях, которые я буду ездить, приезжать с призами, ну и хотелось бы с победами. Терпения, усидчивости, внимательности, старания и стать всем отличниками в учебе, ну и в спорте не подводим. Все хорошо, все прикольно, все делают для нас. Самый мой любимый урок в школе – русский язык. Хотелось бы познакомиться со всеми ребятами, подружиться с кем-нибудь. Я хочу стать чемпионкой. Хочется сказать, что сегодня, наконец-таки, спустя 2 года ковидных ограничений, мы смогли провести действительно классную, достойную линейку для наших воспитанников в очном формате, на которой присутствовали как ребята младших классов, так и старшекурсники. 2 класса мы ввели в эксплуатацию учебных, и, наконец, ребят мы смогли расселить, скажем так, по классам. Теперь каждая группа будет заниматься в отдельном учебном помещении. Хочется задел делать еще более и более высоким, не останавливаться на достигнутом, получать больше золотых медалей, больше дипломов с отличием и больше выпускников, которые представляют нас достойно на внутрироссийских и мировых арен и на различном уровне работы. Первый всегда первый, и мы в этом году сделаем все от нас зависящее и независящее, чтобы мы были и оставались номером 1.